Мотоцикл Harley Davidson XA. В 1941 году Harley Davidson получил от правительства Соединенных Штатов заказ на разработку нового мотоцикла для боевых действий в Северной Африке. Модель VLA, которая уже поставлялась в американскую армию, не имела одной важной особенности – критичной в тяжелых условиях песка и пыли – привода от вала. Так появился Harley Davidson XA, что расшифровывается как «экспериментальный армейский». Мотоцикл, который хотя и оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем объемом практически идентичным таковому в модели VLA 739 см3, внешне имел мало общего с основной линейкой Harley Davidson. К 1941 году немецкие инженеры уже обнаружили, что условия пустыни быстро приводят в негодность открытый цепной привод мотоцикла, и применение привода на вал – единственный способ достичь надежности. Поэтому Джон Новак, конструктор модели XA, решил применить разработки вермахта, практически скопировав XA с трофейного BMW R71. В некоторых источниках упоминается BMW R12. Успешно применявшегося в компаниях африканского корпуса мотоцикла. В 1942 году в качестве эксперимента была разработана вариация мотоцикла модель XS, которая отличалась от XA в первую очередь наличием коляски с ведущим колесом. Привод на колесо коляски осуществлялся при помощи поперечного вала, движимого корончатой и ведущей шестернями. Кроме того, было произведено несколько модификаций базовой модели XA, включая использование шин тракторного типа Firestone, до оснащения мотоцикла вторым сиденьем, а также расположенную выше по сравнению с XA выхлопную систему. Коляска была весьма необычной и в отличие от стандартного гражданского типа имела с одной стороны проем в стиле автомобилей Jeep, а также брызговик и запирающийся ящик. Запасное колесо крепилось на коляску сзади. К тому времени, когда правительство США уже было готово заключить контракт на поставку мотоциклов, война в Северной Африке закончилась. В то же время Jeep успешно справлялся с задачами, которые, как предполагалось, будет выполнять модель XA. Поэтому в 1943 году проект мотоцикла для пустыни был закрыт. Всего было произведено 1011 экземпляров модели XA. Из них, согласно архивным записям, только 3 мотоцикла было модифицировано до модели Harley Davidson XS. А теперь основные технические характеристики мотоцикла. Двигатель двухцилиндровый оппозитный объемом 739 см3. Мощность 23 лошадиные силы при 4600 оборотах на минуту. Электрооборудование 6-вольтовое. Сцепление сухое, однодисковое. Коробка передач 4-ступенчатая. Размер колес 5,5 на 16. Масса 238 килограмм. Максимальная скорость 97 километров в час. Таким вот был мотоцикл Harley Davidson XA. На этом все. До новых встреч.